Начнем с важного сообщения из зала суда. Экс-главу ДКНБ по области приговорили к 7 годам лишения свободы. Аслану Рахимову предъявлено обвинение в превышении власти и злоупотреблении должностными полномочиями во время январских событий. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Во время январских событий экс-руководитель ДКНБ Аслан Рахимов покинул здание ведомства и уехал в Байконур. Была распространена также неофициальная информация о том, что он распустил своих подчиненных. Согласно информации городского суда номер 2, Аслан Рахимов приговорен к 7 годам лишения свободы по статье 362, часть 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан и лишен права занимать должности в правоохранительных и специальных государственных органах в течение 10 лет. Также лишен звания подполковника Комитета национальной безопасности. Приговор суда еще не вступил в силу.